фары у меня нифига не светят. Жулики. Вора, держи, вора. Украл кошелек. Вор, вор. Воришка украл кошелек. Блин, у меня фары не светят, они меня даже не видят. Это Волкин Стрит, ребята. Анджелес Сити. Понимаете ли? Девчонки. Девчонок полно даже утром. Сейчас 4:37. Но девчонки уже есть. Или еще есть. Я не знаю. Но они еще есть. О, даже знакомые попадаются. Я их видел уже вчера. О! Мабуха и ледибойчики. Блин, ледибои здесь не злые какие-то прям, они как в Паттайске. Веселенькие милашки. Вот. А это аналог бички. Авеню Филдс. Или как там она. Но моря здесь ни хрена нету. Баров полно, а моря нету. Саб же полно, или как это называется. Феи. Любви водится в огромном количестве. В огромном. Концентрация даже, наверное, больше, чем в Паттайске. Вот в 5 утра вы на Волкин Стрит даже столько не найдете, наверное, сейчас. Я не знаю. Вот. И бары так тянутся на километры, понимаете? Километры. Но сейчас все утром, конечно, закрыто уже. Даже некоторым кажется, что вообще Avenue Fields — это весь Анджелес. Кларк, СМ. Я вот мотики Имко Супер 8. 5 утра. Город Анджелес Сити, Филиппины. Но там дальше еще полно всяких заведений вдоль дороги. Здесь вот пока они там внутрь ходят, там по внутренней улице они вдоль внутренней улицы идут. А здесь их меньше. О, церковь. Красота масонская. Но ни хрена не видно. А вот и красный отель Red Planet. Моя гостиница. Если брать трайк, то везут, ну, за 70 где-то, да? За 70, это надо поторговаться. Жадные сволочи. А если с девкой едешь, то вообще состав практически не скидывают. Сложно состав скинуть. Одному проще, одному дешевле. Но если мотик, то вообще. Если мотик, то вообще заебись. На трайке можно накатать здесь 1000 песо можно за ночь накатать.
туда-сюда там пожрать, шлюх привезти, отвезти. Далековато, если мотик не арендовать. Но здесь вот есть хорошая аренда. Bike Like, или как он там, Nice Bike, в двух шагах от красного отеля. Блин, здесь комнатки маленькие, кровати крохотные. Ну ничего, жить можно. А можно снять квартиру еще. Или апартмент, еще лучше.